Я считаю, что сегодня было неплохо. Золото, серебро, в общем, все у нас было. И сейчас вам, конечно же, покажу то, что мы откопали. Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет выход на пляж, а в частности, если по мере возможности получится, и занырнем. Блин, барахла натащил куча. Как вы видите, желтая лодка, это означает, что есть вероятность того, что мы с вами сегодня ныряем. Компрессор проверил, все работает. Вот. Ну и сейчас, наверное, нырну всего-навсего по пояс, так как у нас вода отошла. Полтора-два, и хочу воспользоваться случаем, пока нет прилива. Ну, по течению уже вижу, что идет. Немножко поныряю, посмотрю, может, что достану. Если нет, то с лодочкой будем погружаться на глубину. Так что смотрим, надеюсь, что-нибудь интересненькое у нас выпадет, а в частности рыжики. Серебро банально, здесь оно всегда попадается, а вот с золотом немного напряги. Ну, пожелайте мне удачи. Итак, ребята, нырнул я, но у меня были проблемы именно с прибором. В наушниках стоял сильный перезвон, наушники совсем не подходят для подводного поиска. Они водонепроницаемые, но перезвон чересчур. Я не выдержал и закончил подводный коп и просто решил ходить по пляжу, по грудь. И, в принципе, не зря это сделал. Находки очень серьезно порадовали. Но наш аппарат работает, и в будущем мы будем с ним все же нырять. Обзор моего аппарата, конечно же, я вам покажу, продемонстрирую во всей красе, какие есть нюансы и все плюсы с минусами. Так что не пропускайте мои видеосюжеты. Смотрим продолжение. Показывал на камеру Pro, но там без звука, без всего. Хочу сказать, что это у нас серебро, ребята.
крест серебряный. Ладанка тоже серебряная, зачетная. Цепочка тоже серебро, где-то я видел пробу. В общем, видно пробу. На звеньях видно пробу, на кресте пробу и на ладанке тоже есть пробы. Вот такой вот тоже приятный сюжетик. Классно, классно, зачетно. Ребят, вот такое вот колечко зачетное, древненькое какое-то, проб нету, но какая-то, знаете, красный на ней налет, патина, как еще можно назвать, ну красное-красное. И походу это у нас медь, и кольцо очень древнее, насколько древнее, как минимум советское. Зачет, зачет.
Итак, ребята, первое сегодня золото. Это у нас колечко маленького размера, пробы. Что-то проб не вижу, но я точно могу сказать, это золото. Пробы. Есть, нету. О, есть надпись, ребята, надпись. Это SL. Я подымал на этом же пляже. Тоже брендовое кольцо SL. В интернете я нашел, что это Sunlicht Brilliant. Эта фирма занимается именно золотом и бриллиантами. Есть такая фишка. SL. Классная. Маленькая. Легкая. К сожалению, не знаю, сколько весит. Постараюсь вам в граммах тоже все это показать в процессе видео. Зачетно. Первое золото сегодня. Да и вообще, первое золото этого сезона. Зачет. Идем дальше. Итак, ребята, забил я через Яндекс брендовое название SL, и получилось это у меня Sunlicht Brilliant. И давайте посмотрим. Вам любопытно? Мне очень любопытно узнать стоимость данного колечка. Что по разрядам? Так, ювелирные изделия. Кольца. Есть кольца. Затем тип золота. Кольца. Материал золото. Золото. Вставка бриллиант. И ищем в каталоге наше колечко. Есть оно или нет. Так. Ищем. Опа, есть, ребята. Вот оно, это колечко. Давайте посмотрим на него поближе. Так, вот оно, наше кольцо. Вот эти инициалы SL. Золотое кольцо с бриллиантами. А цена, как вы видите, 3333 рубля. Посмотрим, как смотрится на пальчики у девочки. Миленько, бодренько, красивенько. Вот так вот. Зачетное брендовое кольцо. В описании написано: бренд Sunlicht. Кольцо с 21 бриллиантом. Весом 0,04 карата. Розовое золото 585 пробы. И цена 3300. Зачетная находка. В копилочку. Ну, ребят, видели, да? 3300. Но когда я его сдал в ломбард, наше колечко, вес 0,8 грамм, и стоимость кольца получилась всего-навсего 1200. Вот так вот нас обдирают в ломбардах. Копаем дальше.
так, ребята, отыскался кем-то утраченный, потерянный. Не знаю, как давно, но крестик, я не знаю, оловянный, что ли. Потеряли довольно-таки, не знаю, давно, нет. Легкая патина имеется. Никакой ценности не имеет. Ну, просто как находка. Бросать нельзя. Заберем. Итак, ребята, решил вам показать вот такую находку и обсудить вместе с вами ее. Это обычная, я не знаю, что за металл, проб нету, ни на кольцах, ничего нигде нету. Вот, так что это обычная цепочка с крестиком, может быть, латунь. Нет, не латунь. Хотя, кто знает, не знаю. Я как бы в этом не разбираюсь. В общем, вот такая находка нашлась. Зачет, зачет.
Ребята, а вот эту находку уже на самом деле приятная. Это у нас золото. Блестит. Очень сильно блестит. Классное. С камушком. Не знаю, камушек, бриллиант, нет. Но его потеряли очень-очень давно. Потому что, смотрите, внутренняя часть кольца почернела. Возможно, это кольцо советского времени. Потому что сегодня очень много находок именно той эпохи. Были монеты с СССР. И вот золотишко тоже вышло. Ладно, продолжаем свой коп. Ну а следующее, ребят, колечко. Это у нас 585 бромы, советское. Вывесило оно на 2,4 грамма. И вывесил приятно на 3,750. Приятная сумма. Но, сами видели, по первому кольцу нас здорово обвешивает. Ребят, такая вот оригинальная вещица нашлась. Многие, наверное, не знают из моих подписчиков, что это такое. Но это у нас муштук. В советское время было популярно, модно. Наши дедушки курили сигареты. Вот именно из такого вот причиндала. Муштучок. Зачет. Классно. Монеты я вам не показываю. Их много. Итак, ребята, буду заканчивать свой коп. Пляж, к сожалению, уже наполонили ребятишки, взрослые. Неудобно как-то швыряться в воде. В общем, отошел от пляжа сделать обзор того, чего я сегодня накопал. Я считаю, что сегодня было неплохо. Золото, серебро. В общем, все у нас было. И сейчас вам, конечно же, покажу то, что мы откопали. Думаю, пальчик кверху заслужил за труды и старания. Конечно, ребят, каждый пляж мусор дает. Я мусор несколько раз выбрасывал из сумочки. И сейчас вам продемонстрирую вот такое вот количество монет. Монет очень много. Вот кто-то даже, наверное, звездочки обмывал здесь и потерял, потому что разогнутая. Кто-то обмывал свои, наверное, лейтенанта, старшего лейтенанта, может, капитана. Вот, по монетам вот так вот. Даже оказался вот такой вот муштучок. Наверное, какой-нибудь рыбачок, дедок, потерял с советского времени, возможно. Потому что на этом пляже очень много было колечек. Именно кольца с советского времени. Вот это кольцо старое, очень старое. И, походу, медное. Потому что я, когда из воды достал, оно было красное-красное. Сейчас немножко посветлело. Вот такое вот колечко советского времени. Потом еще одно колечко. Вот такое. Но оно бижутерное. Ничего такого сверхъестественного, конечно же, нету. Обычное кольцо. Так, было еще одно кольцо. Это, походу, девчачье. Какая-то девочка в свое время потеряла и, может быть, даже потом плакала. Следующее что? Был вот такой вот крестик. Не серебряный, а обычный. Вот. Следующее была тоже цепочка с крестиком. Крестик проб я тоже не разглядел. Вот. Ну, все равно, как экземпляр, находка присутствует. Следующее точно могу сказать, что это серебро. Как цепочка, так крестик. И вот такая вот ладанка тоже у нас. Так, Дмитрий. Дима потерял ее. Святой Дмитрий. Князь Дмитрий. Во. Вот такой тут князь. Князь Дмитрий. Вот. И крестик тоже серебряный. Странный тем, что это старый какой-то образец советское время, потому что серебро подтемнело вообще здорово. Следующее, самое вкусное, это золото. Золото, интересно то, что
На этом пляже я находил серебро толстое с буковки SL. И это у нас, как оно называется, Сунлихт бриллиант. То есть брендовое кольцо было. И это кольцо тоже имеет такие же инициалы. Так, где оно? Вон. Там вон. А, все. Вот оно. Не знаю, в камеру будет видно. Так. Сейчас фокус наведу. Видно вам? Вот они, эти инициалы. SL. Сунлихт бриллиант. И еще одно золотое колечко. Это тоже колечко советского времени. Потому что, как ни странно, есть места, где немного потемнело. Вот. И вовнутри тоже, видите? Но фактом, смотрите, оно блестит идеально. Это золото 100%.